Окей. Для начала давайте так. Первый курс. Поднимите руки, кто есть. Отлично. Опускайте. Второй. Отлично. Заблудший третий, четвертый, пятый. Есть кто-то? Нету. Шикарно. Они уже все работают, либо спят. Смотрите, сегодня мы с вами поговорим о профессиональной сертификации. Это такая штука, которая помогает вам, во-первых, удовлетворить свое честолюбие и сказать «да, я крутой разработчик», и помогает вам больше зарабатывать. Вы должны понимать, что в этом году произошло одно событие довольно интересное, ну, интересное для меня, а для вас оно очень важное. Крупные IT-компании собрались вместе и сказали: «Окей, у нас будут общие профессиональные стандарты по всей IT-индустрии. Отныне у нас на бумаге есть требования, которым должен соответствовать каждый разработчик». И самое главное, что эти требования есть не только у тимлидов, у проект-менеджеров, они есть у рекрутеров. То есть, когда вас будут принимать на работу, вас уже будут по каким-то критериям оценивать. И сегодня мы вообще поговорим с вами о том, что такое сертификация, какие есть программы и какие в этом есть выгоды, как для вас, так и для компании. Вы должны понимать, что сегодня это такой тренд профессиональной сертификации. Это, знаете, вот одно время было популярно всем сдавать на права, да? То есть только тебе там становится 18, ты сразу в автошколу, у тебя есть права. Неважно, что машину ты купишь к 25, но права у тебя есть, ты можешь уже, в принципе, кататься на машине родителей. Нормально. Вы никогда не доверите лечение там, зубов или лечение вашего будущего ребенка у врача, который закончил 2 курса университета и пошел уже лечить вас, да? То есть вы хотите, чтобы у него было там 6 лет обучения, 3 года интернатуры и еще несколько сот пациентов до вас, на которых он учился, да? То есть вы хотите уже опытного врача. То же самое с IT-разработкой, потому что, а кто как не айтишник напишет программу для современного медицинского оборудования? То есть вы чувствуете, да, уже связь? Затем роль сертификации для компании. А почему компания будет оплачивать вам ваши 3, 4, 5, 10 сертификаты, а только первые 2 вы будете оплачивать? То есть здесь тоже есть подводные камни. И самое главное, мы будем с вами разбирать, как правильно выбрать программу для сертификации, то есть как выбрать то, что именно подтвердит ваши знания. Это не будет просто сотрясание воздуха, а именно то, что будет вам нужно. Смотрите, дело в том, что сертификаты всегда делятся на несколько уровней, и самый такой базовый уровень – это новички. Это знание всего лишь одной какой-то маленькой технологии на разных уровнях подготовки. Это могут быть стартовые курсы по C-Sharp, по Java, по Python, по фронтенду, неважно. Но самое главное, что очень часто бывает такая потребность пройти несколько таких курсов, то есть подтвердить знания в нескольких технологиях одновременно. Да? Кто из вас уже пробовал проходить такие тесты? Серьезно, попробуйте поднять руки. Так, 2 человека, еще 4, 5, что, все, больше нету? Окей. А кто из вас планирует такие тесты сдавать? Молодцы, уже больше, то есть чувствуете, вы планируете конкурировать на рынке труда. Но здесь есть один маленький нюанс. Дело в том, что знания одной технологии на сегодняшний день недостаточно. Вообще недостаточно. На сегодняшний день очень тяжело найти вакансию, которая подразумевает знания там только JavaScript или только C-Sharp. Такого, к сожалению, нету. Очень часто есть требования к .NET разработчикам, то есть целая платформа. А что это? Это и C-Sharp, это и базы данных SQL, и Entity Framework, и WCF, и WPF, если вы будете писать какие-то пользовательские интерфейсы. То есть чувствуете, несколько технологий нужно. Если раньше вы могли услышать такую фразу, что я программирую на C++, да? То есть можно было такое услышать. Сегодня зачастую разработчики говорят, ну я разрабатываю что-то там с использованием C-Sharp, да? Почему? Дело в том, что C-Sharp это всего лишь связующее звено. Точно так же, как и HTML может быть связующим звеном только во фронтенде. И вы должны это понимать. Потом, когда вы будете немножко более опытным разработчиком и специалистом, вы потихоньку переходите уже к такому понятию, как оценки на ваших сертификатах. Да, это уже оборотная сторона медали, когда вам говорят, а сколько баллов вы получили по той или иной технологии? И сразу же вопрос, а зачем? Я же знаю, у меня же есть сертификат, я крутой девелопер. Дело в том, что здесь играет роль банальный конкурс. У нас очень много разработчиков в Киеве, которые претендуют на одну и ту же вакансию. Да? Вот кто из вас хочет стать .NET разработчиком? Вот у нас уже там около 5 человек. А кто хочет стать Java разработчиком? Еще там 10 человек. А кто из вас хочет стать тестировщиком? Вот там у нас есть 2, 3, 4 человека. Окей. То есть смотрите, конкурс в среднем 5 человек на место. Да?
И вопрос, как я вас буду отбирать? Я дам вам всем тестовое задание, одно типичное, вы его все решите за одно время. А вот эти вот баллы, это будут подтверждение того, что кто-то что-то знает больше, кто-то меньше. То есть банально, как ваши рейтинги в зачетках. Затем вы начинаете развиваться еще дальше, и вы получаете уже дипломы. Но дипломы не высшего учебного заведения, да? Вы получаете диплом по специальности. Дело в том, что первый курс, кто знает, как звучит ваша специальность? Говорите. Я? Да. Программная инженерия. Окей. Второй курс. Кто-то знает хоть одну вакансию, которая называется «Нам нужен программный инженер» или «Инженер по программированию», как-то так, что-то где-то звучит. А какие вакансии вы знаете? Громче, громче. По инженеру разработки ядра. С какими технологиями будете работать? То есть у вас уже должно быть уточнение, какое ядро вы пишете. Окей, хорошо, C или ассемблер, да? То есть C-Sharp и Java вам 300 лет не нужны там, да? Окей, а кто еще какие вакансии слышал? Кто слышал? Фронт-энд, бэк-энд разработчики, замечательно. Бэк-энд еще и делится, нам надо PHP разработчик, нам нужен джавист, нам нужен, там, не знаю, Ruby on Rails, нам нужен Python или там ASP.NET MVC. И здесь как раз-таки выходит специализация ваша уже четкая, по конкретной специальности. То есть ваш сертификат должен называть вас сертифицированный фронт-энд разработчик. И в чем особенность? Особенность таких дипломов в том, что когда вы смотрите на их оборотную сторону, у вас уже здесь будут непосредственно каждые технологии, которые вам нужны. Где-то это шарпы, где-то это Entity Framework, WCF и так далее. То есть уже комплексные знания. Но и этого, поверьте мне, бывает мало. Немножко опошля, вы взрослеете, у вас приобретается несколько лет опыта, и вы думаете, я хочу получить сертификацию от вендора, хочу сертификацию от Microsoft, от Oracle, от IBM или Cisco, если вы сетевик. И тогда уже в ход идут сертификаты исключительно вендорные. На них вы не увидите никогда баллов, то есть баллов там нет, там просто пишется сертификат по знанию там, HTML5, JavaScript, CSS3, то, что у меня есть. Особенность такого сертификата в чем? Это всего лишь титульная бумажка, красиво выглядящая, которая висит у нас в офисе или у вас в офисе будет висеть банально на стене в рамочке. Но самое главное, то, что к этому сертификату будет идти транскрипт, на котором будут опять-таки расписаны ваши знания по категориям. Зачем? Чтобы вас можно было оценить. Почему все хотят вот так вот оценивать специалистов? Дело в том, что когда вы можете оценить какой-либо процесс или какое-либо явление, вы можете его как-то улучшить. У вас появляется эта возможность. Если возможности оценить нету, к сожалению, улучшить очень трудно. И здесь у вас всегда возникает вопрос, а кто вообще задал эту моду на профессиональную сертификацию? Почему она возникла? Когда-то давным-давно одна компания Novell, это были конкуренты Cisco, сетевые технологии, подумали, мы хотим захватить рынок. Да? И что они сделали? Они сказали, с нашим оборудованием должны работать только высококвалифицированные специалисты. И все. Больше ничего не нужно говорить. А что это такое? Это означает, что водителем, допустим, BMW должен стать человек, который закончил автошколу исключительно под BMW. Водителем Mercedes тот, кто закончил автошколу под Mercedes. На самом деле, нечто подобное тоже есть. Представьте, вы покупаете себе новенький BMW, у вас что-то где-то сломалось, у нас ужасные дороги бывают, и вы пытаетесь приехать на автосервис. Вопрос, вы поедете к официальному дилеру или вы поедете в сервисный центр Volkswagen? Вы поедете в отделение BMW. То же самое с технологиями. Если я, компания, у которой крупный проект, допустим, на Microsoft, понятное дело, лечить свой проект я буду у докторов, специализирующихся на Microsoft, а не на IBM и так далее. Дело в том, что благодаря этому сегодня каждый, кто хочет заказать у IT-компании какой бы то ни было продукт, может оценить, насколько качественно его сделают. Дело в том, что представьте, у нас есть три части аудитории. Есть одна большая и две маленькие. Левый фланг. У меня будут крутые разработчики, сертифицированные под МС, и у них много опыта. Правый фланг – это будут разработчики с опытом, но без сертификации. Да? То есть их немножко больше, потому что сертификаты дорого стоят. А вот средняя часть, это будут просто разработчики, которые знают прекрасно .NET, но у них нет ни опыта, ни сертификации.
Я прихожу на рынок труда и говорю, мне нужно разработать корпоративный портал, допустим, там что-то с SharePoint связано. Вопрос, как вы думаете, кого я выберу? Тех, у кого нет ни опыта, ни сертификации, тех, у кого есть опыт, но нет сертификации, либо тех, у кого есть и то, и другое? От ресурса, от моего бюджета, абсолютно верно. Но дело в том, что у нас есть одно конкурентное преимущество. Мы с вами живем и работаем в Украине, а это не Индия. И у нас нет дешевого аутсорсинга. У нас заходят высоконагруженные проекты. А это означает, что и гарантийность этих проектов, отказоустойчивость должна быть высокая, точно так же, как и их ценность. То есть я уже готов потратить много денег, чтобы получить очень качественный продукт. И самое главное, я готов буду потом взять еще и вторую команду и просто снабдить вас сертификацией. Я хочу просто подтвердить, знаете вы это или нет. Для меня эти расходы очень маленькие. И чувствуете, у меня появляются две больших команды. Вопрос, что мне делать со средней частью? Кто знает? Уволить? Я их еще на работу не взял. Ждать, пока будет опыт, и на стажировку. Вопрос, кто из вас хочет пойти на стажировку? Абсолютно верно. Вы уже чувствуете, что нужно вам делать. Но поверьте мне, у меня всего лишь 5 мест для стажировки. Как вы думаете, кого я буду выбирать? Тех, у кого что? Хотя бы начального уровня, кто уже потенциально готов развиваться и идти именно по тому маршруту, который приемлем мной как компании. Прочувствовали, да? Отлично. Но теперь вы должны еще помнить, что я руководствуюсь некоторыми своими скрытыми целями. А какими именно? Смотрите. Я как компания хочу получить партнерский статус с Microsoft, допустим, да? Почему? Дело в том, что тогда я получу разные скидки, бонусы на приобретение софта. Мне это приятно и выгодно. Я хочу участвовать в тендерах, потому что если я аутсорс-компания, у меня много новых заказчиков, и у них тоже конкурс. Они хотят, чтобы их обслуживали высококвалифицированные специалисты, а мне нужны такие ребята. Маркетинг и зал славы. Поверьте мне, в моем офисе обязательно будет несколько кабинетов, которые попросту увешаны сертификатами. Там будет очень много табличек с партнерскими статусами. Почему? Это конкурентное преимущество. Это равносильно, как, не знаю, для Феррари получить кубок конструкторов на Формуле 1. Это престижно и это статусно. И, конечно же, фильтрация кандидатов. Представьте, что я не компания, я рекрутер. Это самое важное, что нужно представить. Я не знаю технологий, я лишь поверхностно знаю, в чем отличие C-Sharp от Java, от Java от JavaScript, но мне нужно найти надежного и качественного разработчика для моей компании. Как я буду это делать? Представляете, у кого есть какие версии? Кому я буду доверять? Я буду доверять тому, что скажет мне разработчик, который хочет попасть ко мне же в компанию, или я буду доверять третьей стороне, платформе, которая проводила независимую оценку. Платформе, которая, в принципе, не получает никакой выгоды из того, что вы пойдете на работу, либо не пойдете на работу. Ее задача вас оценить и дать объективную, максимально объективную оценку. Кому я буду доверять? Смелее. Я буду доверять платформе. Но самое главное, что я буду доверять не только платформе. Я буду оценивать, как вы пользуетесь этой платформой. Дело в том, что представьте ситуацию. Вы покупаете подписку, допустим, на тест-провайдер на месяц и начинаете сдавать все экзамены сразу. То есть у вас такая экстренная сессия. Вы сдаете 20 экзаменов за раз. Как вы думаете, это возможно? Нет, это очень тяжело, потому что 20 одновременных процессов вы не сможете удержать в голове. У вас будет очень низкий коэффициент полезного действия и очень низкий рейтинг ваших оценок. И самое главное, что я хочу видеть в вас, вашу периодичность. Я хочу знать, что вы каждый месяц улучшаете себя, а не раз в год вам что-то приспичило, и вы захотели сдать очередной экзамен. Я хочу понимать, что вы это делаете инстинктивно и органично. Именно поэтому я хочу, чтобы ваши сертификаты отличались по датам, когда вы их получили. То, что стартовый вы получили в сентябре, базовый уровень вы получили уже в ноябре, а к Новому году вы закончили профессионал и шаблоны проектирования. Я хочу понимать, что за полгода вы качественно над собой выросли, а не сделали это в спешке,
для того, чтобы попросить у меня повышение к зарплате. Здесь понятно, да? Хорошо. Что дает сертификация, собственно, вам? Смотрите, что она делает. Вы, как кандидат, в первую очередь получаете конкурентные преимущества. Мы уже много о нем говорили. Я начинаю вас оценивать, да? Вы получаете повышение уровня заработной платы. Почему? Представьте, что у вас есть вариант обслуживать автомобиль в авторизованном сервисном центре BMW или обслуживать в никем неизвестном маленьком СТО. Как вы думаете, где обслуживание будет дороже? Конечно же, в сервисном центре BMW. Может быть, качество выдающегося мастера в маленьком СТО будет такое же, но в то же самое время разного рода гарантии, сервис, обслуживание, удобство, комфорт комнаты ожидания – все это будет лучше в сервисном центре BMW. И самое главное, что мастера в сервисном центре будут получать больше. Именно поэтому вы должны позаботиться о том, чтобы вы стоили на рынке труда немножко больше. И самое главное – обеспечение карьерного роста, потому что вы приходите в IT-сферу не на один год, вы приходите туда минимум лет на 10, покуда не состоитесь и не станете успешным IT-специалистом. Вы думаете, карьерный рост, что это такое? Это вырасти junior, middle, senior и точка. А что делать потом? Выходить на пенсию в 35? Ну, в IT-сфере большие зарплаты, но не настолько. Как вы думаете, что вы должны будете сделать, когда вы стали сеньором? Куда дальше? До архитектора. Еще версия? Окей, отдельная ветка, разберем. Ну, это будет делать даже middle, еще версии. Смотрите, вот вас здесь там человек 60-70, да? 70 джунов, допустим, 60 медлов, 50 сеньоров. Вопрос, а зачем мне 40 архитекторов? Ну, это немыслимо, да? Не может быть такого количества сверхквалифицированных специалистов. Просто физически не может быть. Ну, будет здесь два архитектора спустя 15 лет. А всем остальным куда деваться? Своя деятельность. То есть вы думаете, что у нас через 10 лет будет еще плюс 30 маленьких IT-компаний? Ну, или 15 стартапов? Другую сферу, да? То есть вы хотите переквалифицироваться. А теперь вопрос. Вам 35, вы выбираете новую сферу деятельности и начинаете конкурировать с дешевыми, быстрыми и, самое главное, намного умными, нежели вы, молодыми разработчиками или специалистами в той сфере. Как вы будете с ними конкурировать? Опыт. Еще. Интересный вариант. А еще? Знанием других сопутствующих добавляйте технологии. И здесь как раз-таки сопутствующие технологии нужно будет быстро восстановить из вашего предыдущего стека. Дело в том, что все программы сертификации строятся по одному похожему принципу. Они всегда захватывают одно общее направление и захватывают маленькие кусочки сторонних технологий, чтобы вы могли когда-то свернуть влево или свернуть вправо. И тогда у вас будет шанс действительно развиваться в смежные направления. Это очень важно, что вы уже это определили. Когда вы будете открывать свое дело, вы должны помнить, что вам нужно научиться оценивать ваших кандидатов на новые должности, и вы опять вернетесь к сертификации. Как только вы станете менеджером, а вы станете проектом, вы станете тимлидом, бизнес-аналитиком, вам понадобится новое подтверждение ваших знаний. То есть опять-таки вы упретесь в ту же самую пресловутую сертификацию. Теперь, когда вы поняли, что это, к сожалению, необходимо, а к счастью, это еще и выгодно по поводу сертификации, вы должны понять, как выбрать тех, у кого проходить ее. Дело в том, что всегда смотрите на то, какое количество бесплатных тестов есть в доступе. Зачем это делать? Это вовсе не из-за того, что всем обязательно иметь сертификацию. Нет. Вот вы недавно поступали в университет, у вас в конце школы было ЗНО, верно? У вас было такое, как пробное ЗНО? Да. Зачем вы на него ходили? Чтобы понять, что будет на основном экзамене. Абсолютно верно. Чтобы привыкнуть к этой форме оценки. Потому что в школе вы всегда писали контрольный на двойном листике, а тут вам дали тесты. То же самое происходит и на платформе для сертификации. Вы должны привыкнуть к процессу сдачи экзамена. Вот и все. Поэтому пробуйте и сдавайте тест. В то же самое время вы должны смотреть на оборотную сторону медали и оценивать, а как много крупных компаний
признает вашу сертификацию. Дело в том, что одно дело просто сказать, что у вас есть какой-то сертификат о прохождении курсов, другое дело сказать, что у вас есть сертификат о прохождении курсов, которые составлены в соответствии с требованием ведущих лидеров IT-рынка. И самое главное, что именно к этим лидерам вы пойдете работать. То есть вы уже соответствуете их требованиям. Именно поэтому выбирайте всегда те программы, которые уже кем-то поддерживаются. Это очень важно, чтобы вам было проще доказывать, и попросту вы будете чувствовать себя увереннее на том или ином собеседовании. И самое главное, о чем нужно помнить. Где бы вы ни получили сертификат, всегда старайтесь подтвердить как можно проще. Этот процесс должен работать, подтвердить его подлинность. Что для этого делать? На самом деле не эти эмблемы важны. Эмблема – это мелочь, это просто красивый атрибут. На самом деле важна одна очень маленькая вещь, которая всегда находится где-то в углу, где-то на оборотной стороне, исключительно техническая. Это идентификатор либо номер вашего сертификата. Дело в том, что именно эти номера вы должны включить в свое резюме и написать ссылочку, где можно их проверить. То есть, если, допустим, это наш сертификат после любого курса, вы пишете ID-шник, пишете testprovider.com. Я как рекрутер, помните, да, что я сертификатами вас начинаю сверять, просто вбиваю этот номер и получаю ваши оценки. Я убедился в том, что вы меня не пытаетесь обмануть. Вот и все. Когда вы будете учиться, неважно, где вы будете учиться, вы будете проходить разного рода бриф-курсы и так далее, всегда старайтесь получить сертификат, либо подтверждение того, что вы прошли это обучение. Если на сертификатах нет оценок, всегда просите письменную характеристику или рекомендательное письмо. Это тоже очень важно, потому что не все учебные центры, не все платформы выдают сертификат с оценкой. Но опять-таки вернемся к тому, что сертификат должен вас оценивать. Это очень важно понимать. Окей? Хорошо. Дальше, что вы должны понимать? Всегда выбирайте коммерческие направления ваших программ. Дело в том, что кто слышал фразу, что Java умирает? Слышали, да? Есть такие ребята. Как давно вы ее слышали? Поверьте мне, я ее слышал еще лет 5 назад. И она все так же медленно, успешно умирает. Я могу поспорить, что через 10 лет кто-то скажет, наверное, C-Sharp умирает. И он тоже будет еще лет 10, а то и 20 медленно, уверенно умирать. Дело в том, что корпоративные технологии не умирают. Они просто становятся немножко менее популярными и обрастают какими-то сопутствующими. Почему? Представьте, что мы с вами Boeing. Вот мы отдел разработки Boeing. У нас есть куча продуктов, написанных, допустим, на C-Sharp. И в какой-то момент мы говорим, все, C-Sharp умирает, нам нужна новая технология. Мы что, возьмем и выкинем плод 20-летней работы просто на ветер? Да ни в коем случае. Мы начнем интегрировать новую технологию и медленно поддерживать свою старую. Потому что деньги уже вложены, их нужно отбивать. Это простейший закон сохранения энергии. И в то же самое время вы должны понимать, что двигаться по специальностям нужно постепенно. Абсолютно верная фраза, то, что вы будете перемещаться в смежную область для вашего постоянного развития. Вы можете начать свой путь на самом деле с двух точек. Это либо .NET разработчик, если мы говорим о MS разработке, MS-овских технологиях, освоить целый набор технологий. Но смотрите, сколько у нас здесь курсов, и всего лишь три из них это разные уровни C-Sharp. Только три. Все остальное это как раз таки технологии, за которые вам платят деньги. Более того, здесь еще нет даже WPF, она вот здесь вот в интерфейсах. То есть для того, чтобы стать разработчиком пользовательских интерфейсов, вам нужно учить еще и смежную ветку, то есть еще одна специальность. Затем в какой-то момент вы думаете, когда выбираете направление, не хочу я писать под десктоп, мне нравится что-то вебанутое, я хочу писать веб-сайты, какие-то приложения, браузерную игрушку. И думаете, окей, я побежал во фронтенд. Но фишка в том, что во фронтенде тоже много технологий, которые нужно знать. Кто из вас знает, зачем HTML? Зачем? Не совсем, а если точнее, более, скажем так, жизненно объяснить. Он определяет структуру. Вот смотрите, я стою перед вами, это структура, голова, туловище, руки, ноги, это все структура, да? Зачем вам CSS? Это оформление этой структуры, это цвет глаз, цвет волос, цвет рубашки, ее фасон и так далее. Это CSS. Зачем вам JavaScript? Чтобы двигаться, это мои движения, мои взаимодействия с вами. Зачем вам Angular.js? Для красивого оформления движения, чтобы не дергало,
Не совсем, не совсем, готов поспорить. Смотрите, во-первых, да? Еще была версия, нет? Смотрите, дело в том, что я вас немножко запутал. jQuery, да, для того, чтобы красиво двигаться, особенно если это UI-ная какая-то библиотека. AngularJS — это для того, чтобы двигаться по каким-то шаблонам. Это платформа, фреймворк, да? То есть она уже обязывает меня соответствовать каким-то правилам и требованиям. Именно поэтому есть еще такой курс JavaScript-шаблоны, да? А в .NET есть просто шаблоны проектирования, тоже очень важный курс, который вам нужно было бы прочитать и почитать по ним несколько книг. Как вы думаете, зачем нам шаблоны проектирования? Круто, очень круто. Но на самом деле давайте добавим немножко синтаксического сахара. Для того, чтобы обрабатывать ваши бизнес-запросы уже готовыми шаблонами велосипедов. Дело в том, что велосипед бывает разных моделей, да? Кто катается на велосипеде? Есть кто-то, да? Окей. Кто знает, что такое шоссейный велосипед? Тонкие колеса, легкая рама и очень быстро ездит. И дико жесткое седло, да? То есть чувствуете? И загнутый руль. А кто катался на велосипеде для даунхилла, для спуска с гор? Кто-то катался? Катались. Опишите его. Ну, там колеса, больше ароматизация с двух сторон. Руль прямой, да? То есть он немножко другой. А теперь представьте ситуацию, когда мы перепутали шаблоны проектирования велосипедов, и мы, допустим, на ваш mountain bike поставили шоссейные колеса. Мы далеко уедем? Я думаю, до первой кочки. А теперь вопрос. А если мы на шоссейный велосипед поставим вашу амортизацию, я быстро буду ехать? Нет, я буду ехать очень медленно, потому что нужна жесткая рама. Вот именно для этого используются шаблоны проектирования, для того, чтобы ваш велосипед соответствовал вашим бизнес-требованиям. И поверьте мне, эти велосипеды уже давным-давно спроектированы. Затем вы думаете, окей, дотнетчиком я поработал, или я уже там поработал фронтенчиком, куда двигаться дальше? А вы начинаете совмещать ваши знания из разных специальностей и перерастаете либо в бэкэнд разработчика, либо full stack девелопера, как мы его называем. Почему? Этот человек, в принципе, может сесть одной попой сразу на три кресла. Он в какой-то момент может работать .NET разработчиком под десктоп, когда-то фронтенчиком, когда-то бэкэнчиком. То есть он застрахован от того, что он сменит работу, и ему нужно будет делать какие-то другие задачи. Но поверьте мне, для того, чтобы в него вырасти, нужно знать очень много технологий. И в то же самое время вы должны понимать, что развиваясь в одном направлении, вы можете занимать смежную должность, но с другими технологиями. Но вам тоже понадобится тот же самый пресловутый фронтенд. Вот в чем проблема. Вы всегда должны помнить, что где бы вы ни работали, вы всегда будете работать еще с какой-то частью команды. И вы должны их понимать, вы должны вместе с ними сотрудничать. Потому что представьте, такая ситуация вот. У меня разработчик работает, допустим, в Киеве, все хорошо, он пишет на ASP.NET MVC. Второй разработчик у меня в Одессе, он пишет фронтенд какой-то на Angular.js. Третий разработчик у меня работает где-то в Саудовской Аравии. Четвертый тестировщик у меня работает в Китае или в Индии. А бизнес-аналитики, мои клиенты, сидят в Штатах. Как вы думаете, тяжело будет управлять этим процессом? Процессом разработки и передачи всех требований. Конечно, тяжело. Языковые отличия, культурные отличия, разница во времени, разница даже в бизнес-требованиях к приложениям будет немножко влиять на процесс разработки. Именно здесь понадобятся менеджеры, которые будут это все налаживать. Это задача и головная боль проект-менеджера и тимлида – сколотить команду и заставить ее работать. Но фишка в том, что проект-менеджер тоже немножко должен понимать технологии. Он должен с одного языка фронтенчика что-то донести до бэкэнчика и наоборот. Именно поэтому проекты – это всегда те, кто мигрировал из одной сферы в другую. Иногда бывают чисто выращенные проект-менеджеры, которые действительно круто менеджат процесс. Но поверьте мне, в ходе своего развития они изучают смежные технологии, потому что они им нужны для того, чтобы понимать тот процесс, в котором они работают. Чувствуете, да? Хорошо. Теперь вопрос. Кто после короткой 30-минутной лекции теперь знает, в кого он будет развиваться? Один, два, три. Все, три человека знают, мы уже не зря, четыре, мы уже не зря сюда приехали. Какие вопросы остались у остальных? Есть вопросы вообще? Наверное, нет. Окей, давайте тогда попробуем на жизненных примерах все это организовать. Хорошо? Только давайте сделаем паузу.
Мы еще заснимем вопросы, чтобы ребята потом могли это все смотреть. Окей? Давайте тогда будем переходить к вопросам. Итак, кто из вас знает, зачем разрабатывался язык C-Sharp? Смелее, давайте. Кто знает? Давайте. И облако — это уже платформа Azure в Microsoft, да? Окей. А теперь объясните мне вообще техпроцесс, как вы будете использовать C-Sharp. Зачем он вам? Вот что он делает? На самом деле там два слова. Смелее, кто может это сказать? Давайте, смелее, ваша версия. Девушки, хватит болтать, обращайте на меня внимание. Итак, для чего вы будете использовать C-Sharp? Писать код? Нет, писать код вы будете с помощью Visual Studio и клавиатуры как интерфейса ввода. Еще? Окей, и организовать логику вашего приложения. Потому что как раз-таки язык программирования определяет ваш бизнес-процесс. Он переводит то, что вы говорите словами, в машинный код. Хорошо. Почему C-Sharp нельзя назвать абсолютно кроссплатформенным языком? Да, а из-за чего? Нет, не совсем. Microsoft всегда говорит, мы любим Linux. Еще раз. Повторите, пожалуйста. А его кого открыли? Платформу, да? То есть ваши компиляторы, которые работали, да? Их открыли недавно. Хорошо. Теперь смотрите. У вас есть железо, hardware. У вас есть софтвер в виде вашей операционной системы. У вас есть C-Sharp, ну и вся платформа .NET. А что там между ними было? У Java это называется JVM, Java Virtual Machine, а у нас в .NET это как называется? Command Language Runtime, да? CLR, да? То есть наша виртуальная машина, где выполняется ваш код. На самом деле вы можете назвать C-Sharp даже интерпретируемым языком, да? И тогда вы уже поймете, почему он не может работать на всех платформах легко и сразу. Вот в чем проблема. Чувствуете, где кроются детали. Хорошо, давайте так. Правильно, под все остальные. То есть нужно спровоцировать Microsoft. Абсолютно верно. Нет, ну мы говорим в целом о платформе. Хорошо, пусть будет в целом Microsoft. Окей, теперь вопрос. Кто знает и кто понимает, как связывается бэкэнд с фронтендом веб-разработки? Ну, фронтенд — это лицевая часть сайта, а бэкэнд — это база данных, данные. Ну, фронтенд — это, в общем, то, что пользователь видит, когда на сайте, а бэкэнд — это то, что он видит. Окей, еще версия. Ну, там вроде как бы MVC, но модуль... Контрол. И с модом. Абсолютно верно. А еще версия была, или уже вы сказали вашим? Понятно, но немножко иначе. Смотрите, абсолютно верно. И самое главное, очень ценно для вас то, что простым языком рассказано. Ваш бэкэнд — это не просто логика, это действительно вот модель, как вы обслуживаете бизнес, какие есть процессы у бизнеса, которые нужно смоделировать. Ваш view — это действительно оболочка, это интерфейс, который работает на клиенте. А контрол — это то, что вот это связующее звено. Вы можете сказать, что вы написали клиент на одной части, он у вас жил с одним бэкэндом, потом вы грохнули один бэкэнд, написали там на других технологиях, главное, соблюдая какие-то подходы общие, и потом как-то это перепривязали. Но вот этот связующий интерфейс вы должны будете всегда пытаться увязать на две точки. Из-за этого и происходит проблема того, что почему JavaScript
хочет так попасть на сервер, почему у нас появился Node.js, почему у нас Angular всячески, прям как MVC, используется платформа. А дело в том, что мы хотим эти платформы одновременно сблизить, чтобы они работали как можно проще, чтобы вот этот контрол, он был нативно понятен и одним, и другим. И в то же самое время мы хотим их дистанцировать, чтобы распределить наши вычислительные мощности и разграничить, где у нас работает что-то бизнес-критическое и где у нас работает только интерфейсная часть. Именно из-за этого вы всегда, когда будете продвигаться вглубь оптимизации, вы будете параллельно сталкиваться и с одной частью приложения, и с другой частью приложения. Именно из-за этого вам придется, уже будучи очень крутым фронтенщиком, немножко заглядывать в бэкэнд. Вы будете просто с этим пересекаться. Именно из-за этого я всегда рекомендую студентам пробовать изучать несколько технологий, но только в самом начале, чтобы вы хотя бы отдаленно понимали, что это такое. Зачем это делается? Дело в том, что невозможно постоянно быть специалистом в нескольких направлениях. Нельзя быть специалистом высокого уровня исключительно в Python, в ASP.NET MVC. Почему? Потому что технологии развиваются по-разному, и они развиваются не синхронно, они сами по себе разные. И у вас не хватит физически на это времени. Но в то же самое время вы должны понимать, почему у вас, допустим, там Python как-то будет связываться с фронтендом. Да? Почему у вас там JavaScript на клиенте и Node.js, который просто платформа, фреймворк на JavaScript, будет немножко отличаться. Да? То есть какие там будут подходы. И в это же время вы должны немножко планировать, какие технологии вы будете использовать в будущем. Потому что, давайте так, вот вам сейчас там почти 20 лет, да, через 10 лет у вас уже будет устоявшаяся карьера, вы будете хорошим разработчиком, вам 30. Что вы будете делать в 40? То есть возвращаемся к вашему вопросу. Вы должны понимать, куда вы можете развиваться. И вопрос, от чего это все будет зависеть, куда вы сможете развиваться? Ну, тренды будут генерировать куда, а не от чего. Кто думает, что знает ответ? Смелее. Девушки, я второй раз вам делаю замечание. Как вы думаете, что будет определять, сможете вы развиваться в том или ином направлении? Смелее. Где вы сейчас находитесь? Вы сейчас находитесь в университете. Это фундаментальное образование. Заказывает новую
какую-то технологию сделать, ты ее знаешь, потому что ты развиваешься в бизнесе. Поэтому я могу вам сейчас сказать вообще. Ни Java, ни C-Sharp, ни Python, ни PHP не являются для вас какой-то самоцелью. Самоцелью является технология. Вот Microsoft — это строгая технология, в которой, если ты в нее попал, то ты решаешь любую задачу, потому что пройдя определенный уровень. В Java, поверьте мне, нету ни стандартизации, нету никакой строгости, нету ничего. То есть, грубо говоря, вот эти вот модули логические, как вы их назвали, управляющие модули, да, доступ, например, к базе данных не унифицирован. Как-то есть группа разработчиков, у которых один доступ, другой доступ. То есть нету стандарта. А здесь, развиваясь Microsoft, вы выходите на какой-то уровень. Когда вы углубляете. Ну, он и дальше будет так развиваться. Это да. Смотрите, на самом деле, абсолютно верно. Это случай, но я еще добавлю то, что вам нужно обладать определенной базовой подготовкой. То есть это ваши фундаментальные знания. Это та математика, это та дискретка, теор-вер, который вы сейчас учите, и который вы думаете, господи, зачем оно мне нужно, зачем я получил эту тройку или четверку. Но поверьте мне, без этих знаний вы, к сожалению, не станете вот этим программистом, который занимается проблем-солвингом, который решает проблему. Вы станете кодером, который просто переводит решение проблемы в машинный код или в тот или иной язык. И дело в том, что абсолютно верно то, что технологии, они меняются, приходят, уходят, не в них счастье. Вы должны видеть решение проблемы. Вот сейчас вы можете оголить футболку с Java, кстати, крутая. И вы должны понимать, что что-то можно сделать на Java, то же самое можно сделать на C-Sharp. Подходы будут другие, но потом из-за угла может подойти там тот же самый Python и сказать, ребята, я могу сделать круче. Ruby может сказать, а я могу еще такую фичу допилить. Придет там, не знаю, Perl или Erlang какой-то и скажет, а я это вообще вот так могу сделать. И это будут разные решения. Но всегда выбирайте то, где у вас действительно есть потенциал к росту, потому что тогда вы сможете дольше обладать вот этим преимуществом запаса по времени, покуда вы развиваетесь. Вот это вам нужно определить. А фундаментальная подготовка, вы должны помнить о том, что, смотрите, вот если взять нашу работу, когда мы учим ребят разработки, зачастую это свитчеры. То есть это те, кто меняют сферу деятельности на айтишную. Им нужно выучить очень много. Им нужно выучить очень много литературы, многое почитать и хотя бы вникнуться, что такое разработка, какой сленг и так далее. У вас это все есть, вы уже вращаетесь в этой среде. И поэтому вот это то, что нужно впитывать как губки, для того, чтобы потом можно было это проецировать уже на любые другие технологии. Тогда проблем действительно у вас не будет. Хорошо.